с проектом изготовления и продажи детской игровой мебели, ручной работы из экологических материалов. В номинации «Открытие года» награждается Юрий Негорюев с проектом «Футбольный комплекс «Ангарка». В номинации «Социальное предпринимательство» награждается Болтачев Даниил с проектом «Оздоровительные курсы по системе Норбекова». В номинации «Инновационный бизнес» награждается Зарипов Даниил с проектом «Разработка и производство устройств в сфере пожарной безопасности». Даниил получает и высшую награду конкурса – звание «Молодой предприниматель Автограда 2019». Уважаемый Фарид Султанович, приглашаю вас вместе с Наилем Гамбаровичем вручить республиканские и городские награды. За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан почетной грамотой Министерства экономики Республики Татарстан награждается Виктор Васильевич, директор Центра закупок публичного акционерного общества «КАМАЗ». Поддержите громкими аплодисментами. Вы действительно заслужили свои награды и дипломы. За высокий профессионализм и плодотворное сотрудничество почетные грамоты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан награждается Гимадеева Эйже Мухаммедвазиновна, директор ресторана «Искушение». За добросовестный плодотворный труд и в связи с 60-летием со дня рождения благодарственным письмом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан поощряется Хазиев Рамзиль Нурмухаммедович, директор общества с ограниченной ответственностью «Автотехник». Деятельности и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства почетной грамотой мэра города Набережные Челны награждается Алтухов Владимир Николаевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью торгово-производственной компании «Алтиком». Профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства благодарностью мэра города поощряется Иванова Надежда Александровна, заместитель заведующего сектором планирования производства общества с ограниченной ответственностью «Идея комфорта», мебельная фабрика. Профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства благодарностью мэра города поощряется
тренер Анатолий Эльвинович, управляющий общество с ограниченной ответственностью, завод Ротермо, индивидуальный предприниматель. За заслуги профессиональной деятельности в связи с праздником Дня российского предпринимательства, благодарностью исполнительного комитета города поощряется Асланов Иркат Араупович, слесарь, металлосборщик, работа общества с ограниченной ответственностью фирмы «Кама». Также награждается заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Пенопас Пенче» Радис Ильгарович Аглюлин. Поощряется Бакиров Артем Дмитриевич, руководитель производства мебели общества с ограниченной ответственностью «Идея комфорта. Мебельная фабрика». Поощряется Закиров Ильнар Ильдарович, директор торгово-производственной компании «Промышленная безопасность». Также поощряется Зиганшин Ренат Файзельзянович, бригадир мастер участка полимерно-порошкового покрытия акционерного общества «Татром». Также поощряется Нуждин Владимир Борисович, директор общества с ограниченной ответственностью научно-производственного объединения «Завод тормозных механизмов». Также поощряется Нургалиев Руслан Альфатович, коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Луч». Также поощряется Черёвкина Светлана Васильевна, бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, управляющая компанией «Промышленный парк развития». Поощряется Шайдулин Василий Исмаилович, генеральный директор инженерно-производственной фирмы «КРАС». Поощряется Шакиров Рифат Михайлович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ривалком». Благодарностью исполнительного комитета города поощряется Шамбулин Дмитрий Анатольевич, руководитель проекта в службе общества с ограниченной ответственностью «КНОР Бремзе Кама». Спасибо, Олег Анатольевич. Борис Ульянович, проходите, присаживайтесь. Уважаемые участники мероприятия, разрешите выразить вам уверенность, что проведенная сегодня работа пройдет на благо нашего города и нашей республики. Огромнейшее вам спасибо. На этом повестка съезда исчерпана. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете подойти к нашим спикерам в индивидуальном порядке. Еще раз огромное вам спасибо. Спасибо.